понимаешь, нужно, чтобы металлолом, металл хранит информацию. И вот диски, стекло. Но все изнашивается, а кассета держит долго. Дай досочку. Досочку дай, чтобы помидоры порезать. Зелененькую. Задай вопрос в интернете и посмотри, какой ответ там будет. Что самое лучшее для, как бы, для удержания или как там памяти. Если вот сейчас вот всю информацию в основном все сбрасывают в интернете, чтобы она хранилась. Но если что-то полетит, мне кажется, что из интернета все вылетит. Вот если какой-то сбой произойдет, и все по себе там будет. Ножик пробуй, да? Длинненький ножик, да? Нет, 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 вот этот черненький вот. С этим коротким неудобно резать. Мне кажется, что на фотографии уже есть и есть это, никуда не денется. Только что если сожжешь фотографию или зальешь, так вот. А если ты свои фото помещаешь в интернете, то я думаю, что какая-нибудь фигня произойдет в интернете, и вся информация, все полетит. Иногда сейчас, мне кажется, настолько уже переполнен интернет, у нас даже на работе бывает проблема. И один раз вылетело вообще все, что вводили, вот касающееся работы. И бухгалтерия там неделю все восстанавливала. Там такое все. А представляешь, в каждой фирме куча всякой этих информации там. И каждый все вкачивает туда-сюда. И понимаешь, это вот какое переполненное. Наверняка потом произойдет какой-то сбой, и все вылетит с интернета. Все. Все программы, все полетят, мне кажется. Вот я как-то вот не верю, что вот все можно сохранить в интернете. Вот я вот не верю в это, например. Потому что тогда, я помню, пришла, но у нас там бухгалтерия говорит, ой, у нас все это, все полетело вообще, это вся программа, то есть что вводили там все на год там или за год. Все это вылетит. Фоток наделать по возможности, сделать альбомы с этим нашим. Ну а потом кто будет эти альбомы смотреть? Кто? Будет у тебя семья, дети твои будут смотреть, кто? У нас же остались от моего дедушки фотографии. Я смотрю внучка, ты смотришь правнук, и у тебя будет семья. Твое сейчас вот это холостяцтво пройдет, ты сейчас сторонник холостяцкой жизни, как говорится, чтобы жить одному, а когда ты будешь старым, чтобы тебе жить, ты хочешь в этом, в доме престарелых, у которых нету родственников. Вот тебе надо купить лекарства, кто-то там бы, допустим, сходил, купил лекарства. У тебя не будет таких людей. Вот как мы тебя намещали с Юрой, с бабушкой в больнице, допустим. Ты старенький будешь в больнице, допустим.